тобі сказати? Що случилось? В тебе буде машина. Це як? Отак. Мені одна людина дуже багато скинула грошей. Ти що, попросила у них, чи що? Ні, чи як? Ні. А що? Ти, якщо що, на громкій, тебе всі чують. Я нікого не просила нічого. Я вже подякую йому. Скажу, що мама дуже вдячна. Що я буду мати машину і їхати тепер на роботу. И это будет даже не «Жигули». А какую папа машину называл? Volkswagen Golf. А, ну, в тебе таких може бути дві. І ж мені кричать «Ура!» чи як, чи дякувати, чи цілувати вас, чи як. Я не знаю, як правильно, просто мене просто шокувало. Я думала, вже щось трапилось. Ну, я вдячна тій людині. Скажи, що мама дякує і низько кланяється. Тань. Да, хорошо. Що, серйозно? Ну, це серйозно все? Чи ти мене розіграєш? Правда. Правда? Хорошо, добре. Позвониш пізніше мамі. Угу, хорошо. Так, давай. Цілую. Пока. 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 Ой, блядь. This is a robbery! Tell me where you keep your expensive skins, or I'll blow his brains out! John, please, don't! Well, I mean him! What the? Where are the normal skins? Guys, the best skins are on Skin Club. What are you talking about? Here, look. Whoa! No way! The best skins are only on Skin Club. Ты, блядь! Ой-ой-ой-ой-ой. Надеюсь, это ты. Сейчас напишу, это ты? Это ты? Просто я боюсь, что, короче, какой-то чел подписался Simple в Дискорде, я сейчас позвоню, и там будет это... Там будет какой-то другой человек. Алло. Ой, слава богу, никаких запретов никто не сказал. Все? И все? Да, я сейчас в Нигерии. Классно. Мадам, а где вы находитесь? А, наверное, в Киеве. Прекрасный город. Замечательный город. Блядь. Алло, алло. Да, меня плохо слышно? Нет, мне кажется, у меня плохой. Но тебя нормально, интернет. Ты вроде не пропадаешь. Я просто боялась, что связь будет прерываться. Я просто боялась, что ты скажешь запретку, а я как подготовился, а? Вообще, заебись. Ой. О, зато я вижу чатик, прикольно. А то я с телефона сижу, я думал, чатик не будет грузиться. Еще раз. Без чатика спокойнее, знаешь. Большое тебе спасибо еще раз. Не за что. Мы же все-таки делаем маме сюрприз на день рождения. Но весь сюрприз ты уже рассказала, поэтому... Ну, она же не знает, машину будет папа выбирать. Поэтому, я думаю, все равно будет сюрприз. Но я бы тебе посоветовал выбрать машину вместе с папой. Так и будет. Я у них не разбираюсь. Я там по красоте только машины выбираю. Вот какая у тебя марка любимая машина? Порш. Еще? нету больше. А, ну у меня Audi просто. Да, это была моя первая машина, кстати. Самая первая. Audi опять. Но она была двухместная, и поэтому она была неудобная. Но есть хорошая Audi, да. Ну, Audi TT прикольная, но она тоже маленькая, там нету сзади места. Ну, знаешь, это... когда большая семья, то, конечно же, надо брать машину побольше. А так, ну, маме с папой, да, покайфовать. Батя просто будет в шоке, мне кажется. Ладно, раз уже мы созвонились, все-таки, ну, общаться в такси. Рассказывай какую-то историю. Из жизни? Историю? Ну так, сразу. Любую. Историю. Но это тяжело, их много. А рассказать даже не знаю, что рассказывать. Некоторые для твича истории не подойдут. Да, а какую историю-то рассказывать? Ну пусть чатик спросит. Но только нормальный какой-то вопрос можете задать, пожалуйста? Интересный вопрос. Ладно, давай удвоим. Нет, не надо. Мы не удвоим. Там вопрос в чате. Расскажи, как начала стримить. Могу рассказать. О, давай, давай. Я заканчивала школу, 11 класс. У меня был договор с родителями, что если я заканчиваю, типа, на отлично, то они мне покупают ноут. Вот, я закончила на отлично, поступила на бюджет, мне купили ноут. А мне... что ты именно смотрела из стримеров на ютубе? Dead by Daylight. Знаешь такую игру? Ну, нет, но, что, это девочка, да? Правильно понимаю? Нет, стример-мальчик был, просто эта игра, типа, там маньяк и 4 выживших, и типа, надо бегать за выжившими. Вот. А, да, я увидел у тебя в описании, у тебя там в какой-то игре 5000 часов, да? Да, да, это она, это она. Я по ней еще турниры играла. Как еще раз игра называется? Dead by Daylight. А, там, где вот этот уродец, блядь, ходит, хуярит людей, вешает их на крюки. Да, 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 да. А да. Людям надо ворота открыть, да? Да, вы, да, они... да. Да, завести генератор и открыть ворота. Open gates и да, на выход. Да, да. Ты точно в трезвом состоянии, да? Меня просто интересует этот вопрос. Нет, ну как ты и сказала, что закончится стрим, я сразу попрошу вернуть деньги. Если ты откажешься, то я подам на тебя в суд. Все-таки ты с Украины, с Киева. И мне очень будет легко выиграть это дело. Я буду Джонни Деппом, ты будешь Эмбер Хёрд, ты будешь плакать, мама будет сидеть в суде, но я все-таки выиграю это дело. Поэтому настраивайся лучше вот так вот, хорошо? Я знаю, ты нервничала, когда эта сумма поступила, но придется понервничать еще больше. Когда эту сумму надо будет скидывать обратно. Ну ничего, я тебе сниму, наличкой дам, когда приедешь. Только да, будет... да, вот когда я приеду, да, да. Только там будет меньше на несколько... ничего. Почему на турик не поехал, тебя спрашивают? Но этот вопрос... останется без ответа. Да, да. Секрет фирмы, чат. Все, что связано с Counter-Strike'ом, не стоит вообще никогда задавать. Поняли? Как у Симпла дела? Все ли хорошо? Как у тебя дела? Все ли хорошо? Все отлично. Это хорошо. Главное здоровье. Так, стоп. Смотри, давай лучше чатик будет спрашивать вопросы у тебя. И я буду спрашивать вопросы у тебя. Но я как? Я изначально не буду задавать вопросы, я буду дополнять эти вопросы. Кстати, я раньше задротила в Sims 10 лет. Прям ярый задрот Симса. Но сейчас я в него тоже не играю. Ты видела, вышла новая секс-версия в Симсы? Так, Google. В плане, может быть, это какие-то моды на Sims, нет? Да, это моды на Sims. А, да, конечно, видела, я их качала. Я тебя оставляю на чат, я в туалет схожу, хорошо? Да, конечно. Все, окей. Ну чё, привет, уёбки. Ладно. Все, ну не обижайтесь. Привет, уродец. Вот это было хорошо, хорошо. Все-таки я не такой красивый, как эта девочка, поэтому... Да, по сравнению с ней меня можно назвать уродцем, блядь, пиздец. Да нет, я думаю отключиться, чтобы она чувствовала себя более комфортнее. А то это начинается какая-то... Что это вообще начинается, пиздец? Ну, действительно, я этого человека знаю вообще около недели. Но когда я увидел проги... А что было? Не кидал он запреток, все нормально, не беспокоит. А я доверяю. Человек, что, типа, на отвечании первый день, я не верю, что он может стрельнуть запретку. Хуели, баня за слово «пи***нутое». Хочу, скажу слово «пи***», хочу, не скажу. А чё за клип? Включай клип. Привет, Санёк, который? Блин, не знаю. А там что-то плохое? Схожу, это какой клип? Старый, да, или... Это только что заклипали, когда в туалет ушла. А, тогда забей. Потом... Выключить? Потом... Привет, уёбки. Да, кто-то написал, завтра в салон едьте. Да, выезжаю. Да не, какой салон? Был машина. Да нахуй эта тачка нужна вообще? Есть салоны, еда, байрактары. Да, я говорила, когда у меня день рождения. Да, 14-го, да? Ты еще и запомнил, ничего себе. Да, 14 сентября. А кто ты по гороскопу? Я весы. То есть это октябрь, да? Угу. Тихо. Что? Что произошло? Чего все смеются? Чё ты там гуглишь? Алло? Алло? Да ничего. Так. Погоду на завтра посмотрела. О, кстати, можешь мне, пожалуйста, сказать, что у меня, ну, вот, завтра, да? По погоде? Да, по погоде. Я вообще просто...